думали, что это конец? Вы думали, что не найдется рыбки побольше? Вы думали, что все реки высохли? Думали, что вся рыба сплыла кверху пузом? Думали, что уже всех насадили на кукан? Думали, что все икринки уже повылуплялись? Думали, что на нерест никто не приплывет? Думали, что пеликаны уже набили свои рты рыбой? Думали, что плавники скрылись из виду? Думаете, что все пузырики уже лопнули? Думаете, что волны утихли? Думали, значит. А я не думал, потому что я рыба. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова станем рыбой. У меня нет планов, потому что у рыбы тоже планов нету. Соответственно, мы рандомно начнем играть на харде. Ведь жизнь рыбы не может быть на изи. Бибас это точно знает. Какая у нас с вами задача? Пожирать все вокруг и ни капли не какать. Потому что нельзя терять вес. Основная сложность заключается в том, что у тебя есть много конкурентов. И причем ты не можешь просто взять их замочить, потому что они, видите ли, свои. Послушайте, ребята, советы мудрой рыбы. Не имейте дела со своими. Потому что в семье не без уродов. Вы знаете эту поговорку. И в контексте этой семьи урод я. Потому что я не буду делиться с вами. Я подплыву такой: ребят, ну давайте делиться, и сам все сожру. Только так я и добиваюсь вторых левелов. Смотрите, какая рыбешка. Давайте, семья, нападем на нее вместе. Только сразу не кушайте. Оставьте меня с ней наедине, я ее разделаю поровну. Ведь я честная рыба. Сейчас она приплыла меня прям в пасть. Сейчас все получится. Давай. Есть. Нет. И еще раз. Прямо в рот. Чуть-чуть левее. Да какого фига? Она умная. Ребят, гоните ее правильно. Прямо в рот. Сейчас все будет. Давайте, продолжаем. Командная работа. Да чтоб ты сдохла. Чтоб ты сдохла в моей пасте. Сейчас мое. Есть! Кто меня кушает? Кто меня смеет? Рыба дала отпор? Да, блин. Ой, я убил ее. Прекрасные сардины. Какой же это хард. Это самый настоящий изи. О, нет. Внизу, ребят! Опасность! Опасность нас увидела! А, нет, она слишком хорошо нас увидела! Испугался. Она здесь? Она, вон она! По кругу я гоняю. Попробуем ту же тактику. И штуку стить за хвост. Продолжаем пороть сраку ей. Молодцы! О, нет, она развернулась! Делаем ноги! Делаем эти... Как их называют нас? Плавники? Вот сюда. Ха-ха, не достанет меня здесь. Надеюсь, не достанет. Ой, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, как мои зеньки нервно изнутри моргают. Странно, да, блин? Они угорают, походу, с акулы. Она ничего не может им сделать. Я могу спокойно взять и вспороть. Вспороть там, где лучше не вспарывать. Ибо все говно из себя сейчас вывалится, да, акула? Я безумная рыба. Блин, она мстит мне, летит. На самом деле, рыбы, знаете, как говорят? Корабли не плавают, а ходят. Картины. Блин! Нет! Я не успел. Ну, погодите, посмотрим, как ей акула отомстит. Отомсти этому попугаю! Блин, какая ты мерзкая. Вы стали еще более некрасивыми с этими обновлениями. Акула, ты позоришься. Вот как смешно ты со стороны. А, молодец! Я всегда в тебя верил. Смотрите, очков спорта. Так вот, у нас, у рыб, принято говорить, мы не плаваем, а мы летаем. Как корабли ходят и картины пишут. Рыба-попугайчик. Ну что ж, мы тебя и возьмем тогда. Весь мир морской, страхи держать... Кушать акул, кушать китов, океан прессовать. Черепахи? Погодите-ка, черепахи! О, нифига себе, вас я еще тут не видел. Атака! Она летающая! Давай! Это вы рыба-попугай! Папка дурак! Папка кровит! Ой-ой-ой, там плавник, там акула. Черепаха, поплыли отсюда. Давай в укромное местечко залезем, вот сюда. Она не прокусывается! Есть, наконец-то! Ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном, черепаший супчик, это прекрасно. И у меня 38 баксов. За 30 мы уже можем позволить себе вот эту акулу. Ну что ж, давайте пойдем делать гадости всякие. Так, это что такое? Это плохо, это очень плохо. Не хочу это тигровые акулы в зопу, их в зопу. Какие хищные твари здесь плавают! Нет! Как быстро! Придется взять рыбу подешевше. Тунец! Я тунец, я молодец. О, какой крокодильчик! Он убивает моих сородичей.
Даже не знаю, плохо это или хорошо. Как посмотреть? О, видите, я не парился и получил награду. Тунец молодец. Спасибо, крокодил. Уйдите отсюда все, это все мне. Это все. Ой, я чуть ему в пасть не залетел. Давайте просто заберем это на время. Здесь вот это все раскусим. Ай. Простите, позвольте, акула, мистер акула. Но как бы это так не пойдет. Я тоже имею право на этот кусок мяса. Спасибо. Видите, абсолютно позитивно, с хорошими манерами обращаешься со всеми. И все? Ой-ой-ой, ублюдок. Продолжаем. Это не значит, что я сдамся. Я продолжу смотреть на мир позитивно. Амма. 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 Так, тунец, не мешай. Ненавижу тунцов, ублюдки. Плавают тут везде. Мешают нормальным рыбам, типа меня. Вообще, будь моя воля, я бы всех тунцов переловил бы и на куканы насадил. Уйдите отсюда, ребят! Ну сколько можно? Не трогай этот кусок мяса, пожалуйста. Спасибо. Давайте свалим пока на время. Надо переварить все это дело. Акула, ты зря, ты зря, ты, конечно, зря. Ты что, не видишь, что я такого же размера, как и ты? И что в любую секунду, как только у меня удастся, блин, развернуться... А! Какого черта? Кто-то меня кольнул. Крокодил, вот если что, вызывает опасение. Кто меня кольнул еще раз? Какой? Блин. Нет. О, еще. Ты будешь меня кусать, да? Ты что ли меня будешь кусать? Ты что ли меня будешь кусать? Ты говно. Простите, вышел из себя. Обычно тунцы так не делают. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот от этого надо уйти, пожалуй. А, нет! 313 бабосов у нас. Сейчас мы станем с вами белой акулой. Блей. Ну ха-ха-ха-ха-ха! Ну ха-ха-ха-ха! Где все? Тунец, иди ко мне, плыви ко мне, дружище. Тебя возьмем. Мы похожи на хищную какашку, которая вот-вот всплывет. Вон оно, угощение ждет меня. Скорее, греби, какашка. Опасность. Ну ты будешь жрать или нет? Чертова, блин! Почему ты не ешь? Вот что бывает. Вот что бывает. Противная какая рыба, а? Не буду я больше никогда брать. Тунец возвращается. О-хо-хо. Продолжим наше позитивное пожирание всего, что мы видим. Опа, это я. В прошлой жизни. Мы, рыбы, помним прошлую жизнь. А в настоящей жизни мы не помним ни хрена. Прискорбно, да? Блин. Хорошо, что я не запомню этого. Ты напросился на акулу. Я не знаю, кто ты был, но я тебя запомнил. Я забыл тебя. Поэтому буду мстить кому-нибудь. Начну с тебя. Просто... Что это такое? Почему ты здесь дохлый плаваешь? Эть! Давай, давай, от, хорошо. Потряс, проглотил. Потрясная встреча, да? Я тоже так считаю. Вон он, ты мой главный враг. Ненавижу тебя. Ты убил много меня. И много меня просили меня отомстить. Но я отомщу не за каждого меня, потому что некоторые меня были уродами. Ой! Как это случилось? Кого я треп... Кого я треплю? Я что-то так не понял, кого я треплю. Я хотел тебя трепать. Вот, сейчас мы с тобой разлетимся. Как стрёмно. Ой, ой, простите, мистер Кашалот. Ну ладно, раз уж начал. Блин, я сейчас убью его, что ли? Давай, давай, давай. Давай, давай. Есть, я убил Кашалота. Давай, распадайся на молекулы. Быстрее, 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 поглощать. Касатка, ты, кажется, захотела меня обокрасть. Не потерплю. Еще один плывет. Изысканно. Кажется, мы нашли точку спауна Кашалота. Да, да, да. Сейчас мы настругаем себе несколько... Кто его сверху сбросил, господь? Кто? Кто посмел? Кто? Кто посмел? Кто-то слегка коцал. Неужели ты, морской котик? Да ты что, офигел, что ли? Да кто это делает? Тут эти маленькие рыбки? Ах, какие вы назойливые тварюги. Смотрите, что делает. Кто? Я чувствую себя китовой акулой, к которой прилипли маленькие прилипалы. И очищают ее тело от паразитов. Только я не думаю, что это так больно. Смотрите, они реально себя так ведут. Они просто плывут вдоль меня и коцают тихоньку. Как-то их сожрем, не знаю. Как-нибудь. Блин, я не могу развернуться. А, смотрите, сколько их за мной уже плывет. Да отстаньте вы. Я буду, блин, брыкаться, пока не сожру тебя. Вот. Ох, ребят, я чувствую, этот выпуск удался. Наконец-таки, наконец-таки моя мечта осуществилась. Я стал классической, любимой всеми, белой акулой и при этом огромной и доминирующей во всем море. Так, смотрите, это интересно. Куски мяса большие. Значит, где-то поблизости что-то страшное. Я поблизости. Слушай, ну сколько можно? Посмотрите, что делает, а? Просто
неустанно пытается меня сожрать. Ребят. А, они меня щекотят! Они щекотят мое пузико! Мое пузико! Где вверх, где низ? Я уже не понимаю, что происходит. Кто-нибудь подскажите, крокодильчик тут не проплывал какой-нибудь? Какой-нибудь вонючий крокодильчик. Большой? Не-не, такой вот малюсенький. Малюсенький вонючий. А-а-а, вон он. Посмотрите, какой он хищный. Он думает, он просто супер крутой. Привет, как дела? Дай шепну тебе на ушко. Как-то так незаметно мы его с вами сожрали. Что ж, давайте станем самой большой акулой на Земле. Я бы даже сказал, мы давайте станем самой большой акулой Землей. 204 уровень. Я уже ничего не вижу. Я достиг космических масштабов. О боже мой, я открыл тайну Вселенной. Мы внутри огромной акулы, которая багом разожралась, которая гоняла кашалотов по респам. И она продолжает их жрать, и поэтому продолжает расширяться. Вот такая интеллектуальная игра. В нее просто можно играть и прокачивать мозг, и познавать тайны мироздания. Также эта игра наглядно демонстрирует проблему ожирения. Посмотрите, как неудобно мне двигаться, как я ничего не вижу. Да что это со мной происходит? Где я? О, что происходит? Мы сейчас вылезем из океана. Что я делаю? Я лечу! Теперь я научился летать, огромный летающий монстр. Не ныряй обратно, мне нравится. Пришло время эволюционировать, что за фигня? Мы не остановимся на этом. Ой-о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 й
помогите мне! Да какого фига? Нет! Нет! Игра выпилила меня! Куда мы вылетели? Просто за пределы карты! Смотрите на это. Просто мясная лестница в небо. О, да. Просто охренеть. Давайте проплывем через этот туннель. Просто охренеть. Ну что ж, наша душа должна обрести покой. Поскольку мы добились всего, чего хотели. Мы стали самой огромной в мире белой акулой. И теперь наше тело, точнее то, что от него осталось, выстроилось лестницей прямо в небо, прямо к солнцу. Наша душа должна пройти через этот туннель. Прямо к солнцу. Вот так вот, ребят. Все рыбы попадают в рай. После того, как закончат объедаться. Как бы так подытожить мудро, чтобы вот философская, духотворяющая концовка была. Эта партия домино закончилась рыбой. Смотрите, даже солнце светит мне в лицо. Весь выпуск бесит ужасно. И на этом, ребят, мы с вами закончим играть в Fish Feed and Grow. Возможно, если будут какие-то обновления глобальные, мы с вами в нее вернемся. А пока что... Пока что мы заканчиваем с ним, поскольку цель достигнута. Хотя через полгода, возможно, мне захочется поиграть и каким-нибудь мегалодоном или еще каким-нибудь тварью, каким-нибудь стрёмной. Хотя я играю уже самой стрёмной тварью. Всю жизнь. Впервые так получается, что мое тело не достанется никому в этой игре. Я просто впустую потратил всю энергию, которую я собрал с мира. Последний раз, когда я разрастался до больших размеров, меня потом сжирали, я сам дал себя сожрать, ну вы помните. И рыбы меня дальше кушали, как бы прошел круговорот энергии в природе. Но здесь я просто взял и сказал «нет». Отминусуем. Меня никто не сожрет. Большущие, ребят. Просто гигантское спасибо вам за то, что посмотрели этот видос. Я очень надеюсь, что вам понравилось. И если понравилось, вы хотите увидеть больше всяких забавных игр на моем канале, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, вступайте в группу в ВК, вступайте в мой Инстаграм. Ну, туда нельзя вступить, туда можно только подписаться и смотреть на мои шикарные фотки. Там их очень много. Зайдите, убедитесь. С вами был Юджин, и всем пять!